Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале, и мы продолжаем играть в симулятор строительной техники. У нас есть задание, которое мы с вами не прошли, это установка крыши, и мы как раз таки займемся. Вот такая вот у нас площадочка. И у нас есть кран, да? Давайте на него сядем. Так, ну и вот показаны места, да, где нам непосредственно нужно встать и поставить все блоки, да, которые у нас есть на карте. Так, хорошо. Так, ну я думаю, будет достаточно. И начинаем потихонечку, помаленечку. Так, что у нас? Не повредите груз. Соответственно, если мы одну деталь повредим, да, то всему хана, как говорится. Так. Начнем с первого, тихонечко, аккуратненько, не спеша. Так. Куда нам ее ставить надо? Блин, так далеко. Так. И я так понимаю, еще надо будет крышу нам положить, да? Помимо того, что мы поставим эти блоки. Так. Я думаю, что можно опускать уже. Давай. Ну и что такое? Что не так? Она типа перевернуться должна? А что, сразу нельзя было? Все, есть. Хорошо, давайте дальше. Мы как-то удачно стали, да? Ну, подъехали. Давайте следующий блок возьмем. Так, есть. Цепанули мы его. Так, тише, 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 не в ту сторону. Есть такое дело. Все, опускаем. Ну и, соответственно, тоже, наверное, перевернется, да? Хорошо. Все, есть, отлично. Пока у нас все очень даже неплохо происходит. Так. Еще. Следующий. Опа, а как это мы повредить успели? Но мы его не сломали, тем не менее, да? Это радует. Так, подтянем немножко. Так. Чтобы не побить нам его. Ты не будешь переворачиваться, чувак? Есть. Ху. Ну, получается, крышу надо будет тоже аккуратно, да, ложить, потому что мы можем просто побить. Не крышей. А, ну, крышей, да, получается, крышей блок. Так. Следующая наша цель. Хорошо. Тут главное не спешить. Все будет хорошо. Так. Ну, что ты переворачиваешь, что ты делаешь? Есть. Тоже немножко побили его, но... Саданули его, так сказать. Так. Дальше. Есть. Куда? О, это уже будет покруче. Нам надо будет поднять повыше. Да и стрелку надо выдвинуть. Так. В принципе, вот тут мы можем опускать уже. Что-то он болтается так стрёмно. Стрёмно болтается. Опа, профессионал, ё-моё.
Так, и последний. Так, это дверной какой-то проем, да? У нас. Так, давай, давай. Так, тут мы не повредим его. Хорошо. И опускаем. Но повернут он в ту сторону, которую нам нужно. Так, теперь надо аккуратненько как-то его поставить. Аккуратненько. Есть. Есть контакт. Так, хорошо. Давайте будем переезжать на новое место. Ну, немножко мы повредили блоки, но это не сильно важно, я думаю. Если мы аккуратно сверху накроем это все дело крыши, то, я думаю, нам простят нашу оплошность, скажем так. Так, хорошо. Переходим дальше, к следующему. Опускаем. Тут сразу дверной, да, идет. Опа, ну как вот, я не понимаю, как еще плавнее надо было опустить, чтобы не повредить его. Так. Теперь нам надо перевернуть это дело как-то. Вот, все, он переворачивается, отлично. Все, отлично, хорошо. Но этот немножко, как бы, но все равно обидно, как говорится, да? Мы старались. Так. И вот этот теперь. Тоже, опять же, двери, да, какие-то. Ну вот как вот? Как их цепануть, чтобы не побить? Ну. Я не знаю, что это происходит. Может, это лаг какой-то? В игре. Ну, как вариант, может быть. Так. Сейчас подождем, пока перевернется. Есть. Есть, есть, есть. Ну, сейчас я не знаю, вот даже я не знаю, как подойти к этой, к этому блоку, да, чтобы не задеть его. О, сейчас нормально. Опять двери. Опять двери. Так, осталось сколько у нас? Еще 3 штуки, да? Как-то мало. Должно, по идее, больше быть. А! Блин. Саданули. Получается, нижний блок, он, который мы уже установили, он... Его нельзя повредить, да? Повреждается именно тот блок, который мы в данный момент ставим. Так, осталось еще 3. Но уже дело за малым. Так. Ну, опять. Такое ощущение, что невозможно его, блин, подцепить, не повредив его. Так, окошко. Окошечко. Ну, поворачивайся, как тебе надо. Есть. Еще 2. Что-то напряженная такая, честно говоря. Когда вот не повреди, не сломай, хочется. Вернее, не получается, да? Вроде стараешься. Ну, сейчас он когда? О, блин.
Подцепили, но не тот. А, тот завалится сейчас. Не, он не до конца упал, но не до конца. Какое-то довольно-таки непонятное какое-то здание. Если честно, но... Ну, не мы это конструировали, да, его, скажем так. Проект разрабатывали. Так, давай, ворочайся, ворочайся. Бымс. Повернешься ты? Так, и мы сейчас немножко вперед тогда. Опа. Есть, хорошо. Остался один. Крановщик. Так. Опа, как мы подцепили. А, нет, только не сейчас. Так, где наше топливо? Где наша канистрочка? Идем. Идем за канистрочкой. Так, ну и остался последний, да, и переходим уже к крыше. Крыша, крыша. Ну вот уже, можно сказать, строительство, да, такое уже пошло. Масштабное. Раньше мы с вами только заливали бетоны различные. Сейчас уже... Мы уже стеновые сегменты ставим, скажем так. Так, а мы сможем протиснуться? Да, но мы неплохо повредили блок этот. Очень неплохо даже. Так, давайте подъедем. Все, у нас пошла крыша, отлично. Крыша, крыша, крыша. Так, надо сложить его, наверное. Так. Сколько там? 4 сегмента крыши. Интересно, ее тоже повредить можно так же? Или она в этом плане получше? Она вообще не цепляется. Так, но мы ее не повредили, это радует. Теперь ее как-то надо аккуратно поставить. Опа, как она через кран. Прикольно. Так. Давай, 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 давай. Но он очень медленно крутится, как-то, я не знаю. Можно как-нибудь ускорить процесс? Так, ну вот тут вот будет опасный момент, да? Так, давайте мы потихонечку будем опускать. Потихонечку ж не получается. Так, она, по идее, тоже как-то закрутиться должна. Все. Ё-моё. Она не докрутилась, что ли? О! И сама легла, отлично. Мы, кстати, вообще не повредили. Что не может не радовать. Так. Еще один сегмент, и всего у нас 4, да? Хорошо. Постараемся аккуратненько все это сделать. Получается, один сегмент мы разбиваем, и мы не прошли. Поэтому надо очень-очень аккуратненько с этим делом всем. Есть, подцепили. Так, рядышком у нас там, да? Совсем рядышком. Так, ну я думаю, что так мы пройдем.
Получается, где вот эта ступенька, да, она должна быть, грубо говоря, смотреть на улицу. Ну, сейчас узнаем. Так, давай, давай, давай. Ну, пробуем опустить. Ну, давай. Все крутится. Отлично. Есть. Есть, 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 ребятки. Так, я не знаю, не хотелось бы складывать его. Может, мы как-нибудь так проедем? Не упадет он? Прямо на сегменты, знаете. Но он как-то кренится трошку. Немножко есть. Так, ну вроде бы нормально. Хорошо. Так, ну тут будет быстрее, да, потому что у нас, получается, спереди, да, находится наша крыша. Опа, застрял. Так. Две штуки. Главное, блин, не побить это все дело. Я не переживу. Опускаем. Опа, есть. Хорошо. Так, ну и по идее тут тоже, да? Козырек-то должен на улицу смотреть. Так, немножко переборщили мы. Мне так кажется. Кружись, кружись и больше не дерись. Давай, давай, давай. Есть. А нет, смотрите, здесь по-другому. Тут по-другому. Так. Блин, я его положил уже. А он нифига ни в какую. Ну, цепанит уже, ну. Что ты не хочешь цепляться? Ну давай, есть, неужели? Так, хорошо. Ну, ребят, момент истины, как говорится, да? Так, тут, вот тут точно не стоит спешить. Тут надо все делать очень, очень, очень аккуратно. Так, он крутится там вроде как, нет? Сколько у нас там? Есть расстояние. Так. Давайте пробовать опускать. Есть! Мы сделали это. Но задание очень даже трудное, я бы сказал бы. И такое... Надо иметь терпение, короче говоря, чтобы его выполнить. Так. Падение башни. Новое задание какое-то. Так. Фронтальный погрузчик, кран с шаром молотом. Ну, давайте посмотрим. Снести башню. Я думаю, что это будет прикольно. Аэропорт. Хорошо. А, вон я вижу башенка-то, да? Хорошо. Не, ну снести на самом деле это не проблема. Так, а что-то там еще нужно? Снести, переехать. Старые металлические столбики. Давайте со столбиков начнем. Вау. Столбики это прикольно, нам это нравится. Они складывают так тык-тык-тык-тык-тык. Бэмс, 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 бэмс. Столбики. Это мы можем. Рушить не строить. Так. Еще чуть-чуть осталось. Так а что их сносить? Просто взял, едешь и сносишь.
Ага, и вот этот остался. Ну, хорошо, как скажете. Так, задание выполнено, отлично. Давайте его бросим где-нибудь здесь. Чтоб он нам не мешал. Сейчас подкрутим что-нибудь. Да, страница такое немаленькая. Но я думаю, что будет очень правильно начать разрушение именно снизу, да? Поэтому мы так, наверное, и сделаем. Так. Вот наша башенка. Так. А что, ниже никак? Нет, туда надо отъехать. Так не пойдет. Так, прицелимся. Эх. Давай. Что-то мы вообще как-то промазали. Что-то мне это не нравится. Давайте еще раз. Попытка номер два. Размах. И... Да. А, вон нам что, нам мешает эта хрень вон сверху. Поэтому мы не можем. Понятно. Но мы вон разрушили уже трошку. Блин, помешала нам преграда. Тут даже размахиваться не надо сильно. О, мы самим краном рушим. Вел. Вот так вот. Ах, красота. Красота. Так, а что нас так как-то подвинуло? Надеюсь, нам не надо будет убирать ничего. Еще он не может успокоиться, шарик, да, наш? Так. Едем дальше. Ну, я думаю, отсюда, да? Что-то он как-то... Он застрял, что ли? Так, размах. На. Как-то слабенько. На. Да. Надо чуть подъехать, чуть-чуть. Вот где-то так. Блин, ну что ж ты там летаешь? Вот оно. Красота. Так. О! Шарик делает свое дело. Как он летает как воздушный шарик, я бы сказал бы. Так, хорошо, опустим его. Вот. Давай размах. Удар. Ну что так, как-то не знаю я. Надо как-то получше, что ли. Не, надо подъезжать, ничего не будет. Далековато находится, неудобно. Шарик, шарик, шарик. Классный, классный, конечно, этот наш разрушитель. Так. Надо поднять его, да? Так, вот так вот мы зацепили. Красотень. Так. Сейчас гусеницы наедем еще. Во. Во. Осталось дело за мало. Но я, мне кажется, что это не все. Это не все, ребят. Что-то они с нас потребуют еще. Для выполнения данной миссии. Если бы так все просто было. Так, прицелились. Не прицелились. О, все, отлично. Шарик. Фас.
Ну что такое, ну? Давай, ладно, больше разгона возьмем. Шарик. Что? Я не понимаю. Ну что тебе надо? Что, мы близко подъехали, что ли? Давай так. И раз. И мимо. Отличный план. О! Неужели мы попали? Давай еще разочек. Хорошо. Ну, не очень, конечно, хорошо, но... Эх! Вот эта вот хрень нам мешает. О! Шарик застрял. О, как мы его деранули. Ребята, а еще не все. Это было не все. Так. Разгон. Шарик, давай. Лупи их, лупи. Тдых. Придется, я думаю, что нам долупливать. Долупливать. Вручную. Ну-ка. А мы сейчас сбросим. Блин, не получилось. Так. Ладно, все, достал от меня шарик. Где моя кувалдочка? Тык, 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 тык. Ну, давай. Чё так это? Долго-то. Может быть, эти нельзя разрушить? Это хрень. Хорошо, а вот эти поломанные можно? Да ладно. Блин. Да что такое оно? Так, ладно. Ладно, шарик. Можешь наклониться? Подождите, так вот эти, наверное, тоже надо... О, да, их тоже надо рушить. Хорошо. Так можно и те было разрушить. О. Еще один. Мы, по идее, можем этим. У нас же тут куски валяются. Ну-ка. Сейчас мы вот эти куски попробуем. Погрузчиком нашим. Есть. Выполнили. Отогнать кран. Ну, кран отогнать — это не проблема, на самом деле. Было бы куда. Так. Еще одну сломали на всякий случай, да? Не-не-не-не. А, ясно. Мы настолько перевернули, что у нас уже зад и перед это... Они не так расположены, как надо. Хорошо. Ну, давай, давай. Есть. Выполнили. 5000 нам дали и 1000 бонусов. Ну, я считаю, достойно. Достойно мы сыграли. Так, технику нам новую не дают. Ну дайте нам новой техники, пожалуйста. Так, у нас идет строительство моста. И курьер какой-то. Не знаю, что это за миссии. Будем смотреть эти миссии в следующей серии. А в этой серии я буду с вами прощаться. Говорю спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.